Всем привет, привет! Всем отличной недели с понедельником. Сегодня мы с вами будем делать расклад, который давно я не делала. Я стараюсь делать расклад в потоке примерно раз в месяц, ну, может быть, даже чуть больше. Вот. Сегодня мы с вами будем делать как раз-таки поток. Посмотрим, что нам скажут карты, колоды. Видите, перед собой решила сделать на разных колодах, не на одной. Вот. На этой неделе я хочу провести прямой эфир. В четверг, если все сложится хорошо, в разделе «Сообщество» на главной странице моего канала не пропустите анонс. Вот, приходите, мы, кто только недавно подписался, на прямых эфирах просто разговариваем на разные интересующие вас темы. Вы задаете вопросы, я отвечаю. Вот, я не делаю расклады. Теперь, опять я встретила недавно вопрос по поводу выбора позиции. Наверное, уже такой избитый вопрос, но коль встает от новых подписчиков, хочу сказать для большего понимания. Значит, мой канал отличается от остальных каналов YouTube тем, что у меня, хоть и есть варианты, их можно не выбирать. Да, то есть правила мы устанавливаем сами. Почему? Потому что поскольку мой канал психологически философский, согласно определенным экспериментам, доказано то, что по сути мы живем в выборе без выбора. Поэтому неважно, какую позицию вы выберете, для меня важно, чтобы вы прослушали расклад, и та информация, которая вам откликнется, она и будет для вас. То есть неважно, это будет первая позиция, вы можете в первой позиции ничего не услышать, во второй услышать одно слово, в третьей услышать два слова, и в общем у вас сложится картинка. То есть не привязываемся. Я не люблю шаблоны, я про это всегда говорю на своих каналах, не люблю рамки, не люблю шаблоны, не люблю надо, нужно, вот эти вот все правила, которые ограничивают наше сознание. Вот это я не люблю. Поэтому выбирайте, знаете, на некоторых каналах говорят, выбирайте интуитивно, сонастройтесь. Вот чтобы вы не слышали, ваш мозг уже решает за вас, что выбор сделан. Поэтому вы можете и не выбирать, слушать весь расклад, что вам откликнется, и с этим работаете. Можно выбрать одну позицию, не понравится, перевыбираете, не понравится вторая, можете вообще не смотреть расклад, да, а посмотреть какой-нибудь следующий, тем более это поток, он повторный. Информация не имеет времени, неважно этот расклад сейчас, либо это там 2 года назад, 3 года назад. Когда вы попадаете на расклад, тогда он и актуален, и тогда информацию, которую вы услышите, она будет актуальна. Почему? Потому что у информации нет времени. Неважно, в какой период вы ее слышите. Важно, чтобы она откликалась. Поэтому у меня нету правил. Если вы хотите жить согласно правилам и выбирать там какую-то позицию конкретную, постоянно, окей, это ваше право. Вот. Но если вы меня спрашиваете, как же все же выбрать, колоду, камешек или еще что-то, да никак не выбирайте, просто слушайте информацию. И вы поймете, когда это ваше, у вас есть в душе отклик. И так по жизни. Когда что-то ваше, вы это понимаете, это мое. Ваше от вас никогда не уйдет. Вы это почувствуете. Если это действительно ваш человек, с которым... даже если это кармический человек, и вы должны с ним пройти какие-то уроки, болезненные уроки, вы все равно это почувствуете, что это ваш человек. Будет притяжение. Если не ваше, оно будет уходить, как бы вы за это ни держались, оно будет уходить. И так абсолютно во всем. Поэтому вот в этом отношении, в контексте выбора, я бы рекомендовала относиться, ну, проще. Хотите камешек, выбирайте, какой вам там откликается. Хотите колоду, хотите позицию, цифру. Вообще, можете вообще ничего не выбирать. Ну, то есть выбора нету, а просто слушать. Можете избирательно. Неважно, не привязывайтесь. Ну вот на моем канале это так. На других каналах, я не знаю, может быть по-другому. Каждый свои правила ставит, да. Как говорится, в каждом доме свои какие-то правила и установки. У меня так. Надеюсь, я на этот вопрос ответила. Этот камешек, он у меня всегда как рамки. Вот. Про прямой эфир сказала. В пятницу будет блиц-консультация, тоже анонс в разделе «Сообщество» есть.
Нет, а мы давайте с вами приступим. Отодвинем камешки колоды. Так, позиция номер один. Вытащу колоду. И мы с вами, единички, будем смотреть, что нам скажет сегодня поток, что мы должны знать, о чем пойдет речь, о чем пойдет повествование. Ну, здесь хорошая такая энергия уже идет на подъеме, такая бодренькая, активная. Ну, смотрим, да, шестерка мечей. Речь пойдет здесь о какой-то дороге, о каком-то начинании, движении, где вы были не уверены. Здесь, знаете, такое ощущение, еще не совсем уверена, случится это или не случится. Поеду, не поеду, начинать, не начинать. Здесь были какие-то сомнения, но ощущение того, что дороги открываются, да? Время пришло, и дороги открываются, и вы можете двинуться. Здесь про какие-то новые начинания. Да. Начинания, связанные, там, я не знаю, с поиском ответов на вопросы, на какие вопросы. Треки мечей. Что-то здесь вас огорчало по жизни, да, и вы, возможно, старались понять и разобраться в этом, да, что, почему. Почему мне не так хорошо, либо почему мне, я не знаю, не везет. Здесь вот какая-то душевная боль, но у меня ощущение, что это какое-то остаточное явление чего-то. То есть это не какая-то новая ситуация, а это вот именно шлейф остаточный какой-то ситуации, в которой вы, не знаю, переживали, волновались, было неприятное. Неприятная какая-то старая боль. Именно старая боль уже, не новая, а именно старая боль. Так, но здесь открываются дороги. Да, вот сказала, открываются дороги, аркан колесницы. Здесь появляется движение. Дьявол. Так, поток, значит, нам будет говорить о том, что вроде бы я нацелена на то, чтобы либо нацелен двигаться вперед, долго об этом думала, рассуждала, надо, не надо. И вот в тот момент, казалось бы, когда вы уже определились, решили и ступили на новую землю, набрались храбрости, да, и поставили себе какую-то цель двигаться вперед, в этот момент кто появляется? Наш любимый дьявол, да. То есть наша привычка не просто так что-то менять в своей жизни. Вот, даже если прикладываем усилия, откаты всегда бывают, да, то есть движение вперед, это шаг назад, шаг вперед, два назад, и вот опять шаг вперед, два назад, так очень медленное такое продвижение, да, но здесь дьявол говорит о том, что прошлое не оставляет вас в покое, да, либо вы получаете какие-то известия, какие-то новости, новости из прошлого, которые вас цепляют эмоционально. Я не знаю, здесь чего касается, но однозначно есть какие-то эмоции. Есть эмоции. Знаете, такое ощущение, что вот когда начали двигаться вперед, вдруг неожиданно стало развиваться что-то из прошлого. Такое бывает, знаете, как мы говорим, закон пакости, да, когда я вроде бы жду, что вдруг что-то из прошлого там появится и будет возможность второго шанса развития, одно не происходит. И тут, когда, как говорится, руки опустились и плюнул на все, сказать, да, гори оно к синим пламенем, пойду я вперед, в этот момент вдруг появляется на горизонте это прошлое и говорит, привет, я тут, ты хотел уйти, да, мы тебя не отпускаем. Это может касаться, например, не знаю, любой сферы. Это может и профессиональная сфера, да, когда хотели что-то реализовать, какой-то свой проект из прошлого не получилось, потом плюнули и сказали, ладно, пойду я, как говорится, по течению, куда меня выведет, да, тем и буду заниматься. То есть вы в тот момент, когда вы отказываетесь, в тот момент это прошлое и появляется. И, не знаю, к сожалению, либо к радости, эти эмоции, они еще свежие, понимаете? Они еще свежие, они вас еще цепляют. Такая интересный такой
квест здесь, да, и как же быть? То есть вы так долго решались на то, чтобы пойти дальше, и тут, когда решились, появилось на горизонте прошлое. Для чего оно тут появилось? Пятерка кубков. Не знаю, как какое-то разочарование в чем. Вот то, что я сказала, появилось даже не для чего, а скорее всего здесь показывают, почему появилось. Вот когда вы разочаровались уже в каких-то ожиданиях, либо оставили это прошлое позади, завершилось уже, да, здесь как будто бы идет вот возобновление, да, воскрешение из этого прошлого, да. Ой, что это за воскрешение? Какая-то ситуация, где вы опять почувствуете себя не то чтобы неудачником, а вот связанным по рукам, по ногам. То есть как быть? Эта ситуация, она заново пробудит в вас какие-то ваши ограничения. И вот опять тройка мечей. То ли напомнит то, что вам когда-то причиняло боль. Это не обязательно человек, это вот ситуация как таковая. Ой, сори. Ситуация как таковая. Для чего она, эта ситуация? Для чего маг? Для того, чтобы вы ее окончательно решили. То есть здесь, видимо, как-то, знаете, не то, что вы это прошлое оставили позади, так как приняли окончательное решение, а, скорее всего, обстоятельства вас вынудили так себя повести. Здесь получается не то, чтобы это проверка, а как будто бы, чтобы вы для себя окончательно определились, что вы хотите, чтобы вы научились слушать себя, свои собственные желания. То есть именно сейчас вы достигли, может быть, тогда, когда отпустили, да, саму ситуацию, либо прошлое это как таковое, вот тогда вы набрались какой-то силы по аркану мага, и именно сейчас вы можете окончательно решить. То есть ощущение того, что в прошлом эта ситуация касалась того, что вы как будто бы, не знаю, были заложником, вынужденная здесь какая-то такая ситуация, что вы должны были выйти из этой ситуации. То есть это было не по вашему добровольному желанию. Здесь что-то завершилось, но не потому, что вы этого хотели, а потому что так сложились обстоятельства. То есть такое ощущение, что как будто бы вашего мнения особо и не спрашивали. То есть если это ситуация, если это человек, то здесь как будто бы человек решил за вас. Да, и ваше мнение опять-таки никто не спрашивал. И вам было больно, а вы это пережили, вы окрепли. Вот. Хотя и была надежда на то, что, может быть, можно что-то возобновить, может быть, можно что-то вернуть, но потом поняли, что, ну, не нужно, иду я дальше. Но вот это вот «иду я дальше» — это не было принято от души, да, то есть это не было вашим осознанным решением, это было следствие вот этого вот безвыходной какой-то ситуации, да, когда вас поставили просто перед фактом, что вот будет так, и вы его просто приняли. Но сейчас вот этот период на исцеление, который вам был дан, вы этого не замечаете, но вы окрепли по магу. И сейчас, возможно, вы уже с возвратом и появлением этого прошлого вы сможете реагировать по-другому. То есть вы будете реагировать на эту ситуацию с большей уверенностью, да, с большим спокойствием. Может быть, время здесь прошло, может быть, большое время, может быть, полгода прошло. Не знаю, здесь такой достаточно большой период времени прошел. То есть это не месяц, не два, не три, это больше. И вы уже можете справиться с этой ситуацией. И решение, которое здесь будет приниматься, оно будет ваше собственное. Вы будете слушать себя, свою собственную волю, что вы хотите. Не то, как раньше. То есть такое ощущение, что, знаете, реванш вы здесь берете какой-то, да? Вы уже решаете, там, допустим, если это возврат человека, вы уже решаете, что я не хочу быть с тобой, потому что я так решила. Не потому что это какое-то возмездие, да, либо какое-то наказание тебе за вот, как-то, знаете, отыграться, да, какая-то вот внутренняя такая потребность. Нет, ни в коем случае, просто потому что вы уже за период восстановления осознали, да, по отшельнику здесь нашли ответы, да, поняли, где и в чем здесь, какие уроки у вас проходили.
Вот, и вы уже сможете сейчас определиться, что вы хотите, и если вы решите, что вы хотите двигаться дальше, это будет ваше решение, не вынужденное, а ваше решение. Если вы решите, что хотите вернуться в прошлое, опять же, это будет ваше решение. И если оно будет, то оно уже однозначно будет на каких-то ваших условиях. Вот. Есть ли еще здесь что-то, что хочет сказать поток? Двойка кубков, колесо фортуны. Здесь указания идут на то, как вы изменились. Вы стали гармоничной личностью. И вот эта вот ваша реакция такая, знаете, более спокойная. То есть, когда вы находитесь в согласии с самим собой, вы тогда и управляете своей судьбой, по сути. Да? То есть, никогда... Когда вы включены эмоционально, вы утрачиваете верх над ситуацией. Почему? Потому что эмоции, они начинают раскачивать вас на качелях, да, и вы становитесь заложником ситуации, так как начинаете эмоционировать, и на эмоциях можете принять ошибочное какое-то решение. А тут вы находитесь в спокойном, размеренном состоянии, когда вы спокойны, вы расслаблены, вы слушаете, вы слышите себя в первую очередь. То есть вас ничего не цепляет. И как следствие, вы находитесь не на внешнем вот этом вот ободке колеса фортуны, а вы находитесь в самом центре. Почему? Потому что вот этот вот внешние какие-то факторы, они на вас уже не влияют. И тогда вы уже управляете самостоятельно вот ситуацией в данном случае, принимаете решение, что и как вам быть. Неоднократно говорю про первую позицию, не знаю, что у вас здесь происходит, но как бы ни старалась говорить нейтрально, не предвзято какой-то конкретной сферы, здесь почему-то я склоняюсь к эмоциональной. То есть даже не буду говорить, что это там любовь, вот, хотя вот все-таки это вижу, да, вот в этом направлении, но все равно здесь какая-то эмоциональная сфера. То есть даже если, допустим, это профессиональная, вы там включены эмоционально. Если это развитие, то вы включены эмоционально. Она имеет эмоционально окрашенную важность для вас. Вы будете здесь наполнены, да, то есть от двойки кубков вы приходите к королю кубков. То есть ситуация обернется в вашу сторону, вы будете удовлетворены, вы будете, если не то чтобы радостны, а вот именно удовлетворение какое-то, вот, знаете, какое-то душевное признание, что вот вас признали, признали вашу важность, признали ваш вклад, возможно, да. То есть, когда вы получаете обратную связь о том, что вы делали, но эта обратная связь, она в позитивном ключе, когда вас не то чтобы возвышают, но достаточно справедливо относятся к тому, что вы сделали ранее. И это не только приятно, это какое-то вот душевное удовлетворение вы получаете. Угу. Верховная жрица, да, это приводит вас к балансу, и плюс ко всему здесь ощущение того, что то, что когда-то было скрыто, то, когда вы не поняли, почему, то есть здесь что-то такое тайное было и непонятное для вас, почему выбор именно был таким, каким он был в той ситуации. То есть, возможно, почему не выбрали вас, почему не оценили вас, либо... Не знаю, как-то если это профессиональная сфера, то здесь вы, опять же таки, не поняли, почему произошел тот выбор, да, который случился. То есть вот почему ситуация развернулась именно в том ключе, в котором развернулась. Вы этого ранее не знали, не понимали. Угу. Опять же, если это, как я склоняюсь больше к личной сфере, да, к эмоциональной, то есть почему с вами не создали семью, почему не вышли какие-то стабильные отношения, почему не получилось это, почему вы не перешли на другой уровень, почему вы, возможно, не стали ценностью либо для человека, если это профессиональная сфера, да, для своего начальства. То есть вот почему это случилось, какие-то тайны здесь были. И что... Из-за каких-то вот этих непонятных, неизвестных составляющих, да, вам было очень сложно. Вам было сложно, знаете, когда есть белые пятна, они существуют, но вы о них не знаете.
И вы начинаете внутри себя бороться с самим собой, потому что есть какие-то противоречивые моменты. Например, опять же таки на примере личной жизни смотрите, вроде бы вы нравитесь человеку, да, и он это выражает не словесно, а какими-то своими поступками, да, действиями. Но при этом то, что он говорит, противоречит тому, что он действует, как он действует. Например, может говорить, что нет, я не хочу быть с тобой, да, к примеру. Вот, но при этом выражает какое-то внимание, да, то есть видно на его лице, что то время, которое вы проводите совместно, ему тоже нравится. То есть вот какие-то такие противоречивые моменты. Если это касается профессиональной сферы, то здесь какие-то такие, знаете, противоречивые моменты могут быть, что с одной стороны вам говорят, что, возможно, мы не готовы тебе платить такую большую зарплату, которую ты здесь требуешь. Почему? Потому что ты не соответствуешь требования, ты не даешь такую работу, да, которая вот оценивалась бы во столько. Но с другой стороны, вас пичкают кучей всяких обязанностей, возникает вопрос, если я некомпетентный, почему тогда возлагается на меня такая обязанность, да, дополнительных каких-то дел, либо там переработок, почему такое случается? Ну, то есть это несправедливо, если я не достоин большей зарплаты, так как вы говорите, тогда почему я достоин больших обязательств каких-то? Здесь вот есть вот эти вот противоречивые моменты, и вы не могли понять для себя, вот почему именно так, а не по-другому. Вот. Но при этом вот эта вот вся ситуация, то, что у нас там выпадал ранее маг, говорит о том, что вы нашли внутри себя вот эту вот опору, внутренний стержень, на что можно будет опереться. То есть, знаете, такое ощущение, что, по идее, вы должны были сломаться, а вместо того, чтобы вы прогнулись либо сломались, вы стали сильнее духом. То есть вот эта ситуация, она каким-то образом вас закалила. Да, это был не быстрый какой-то путь, но он как будто бы поспособствовал тому, что, возможно, вы погрузились внутрь себя и увидели вот эти вот белые зоны какие-то внутри себя и как-то смогли договориться, разобраться в себе, понять, что-то, может быть, проанализировать. Вот. И пришли к чему? Пришли к аркану смерти, к тому, что вы переродились. Именно по этой причине там у нас появлялся маг, который говорит о том, что сейчас вы уже можете быть хозяином, сейчас вы уже на коне, то есть сейчас вы сможете по-другому ответить, сейчас вы можете дать отпор. Возможно, уже та привязанность, которая была ранее, она уже не имеет места быть. И вы как будто бы, знаете, высвободились эмоционально от этой ситуации в большей своей степени, потому что мы видели, что эмоции все равно остаются. Вот. И поэтому как-то вот с чистым рассудком сможете принимать верное решение. Вот. Вот такой был поток для, да, аркан изобилия. Такой был поток для первой позиции. Такая ситуация у нас здесь будет происходить. Вот, но надеюсь, все будет у вас хорошо, да, то есть здесь не то, что вы прошли урок, либо не прошли, а здесь просто такое ощущение, что как-то косвенно, да, вы изменились. То есть эта ситуация, она как будто бы должна, ну, то есть, допустим, если это касается личной жизни, да, и мы сместим акцент внимания не с человека, а посмотрим более масштабно, более глобально, то вот именно благодаря, например, этой ситуации вы стали более уверены в себе, поднялась ваша самооценка, да, вы поняли свои личные границы. Вот, если это касается профессиональной сферы, опять же таки вы поняли свою собственную ценность, вы поняли, вы можете уже отстаивать, опять же таки, свою ценность, свою значимость, можете, не боясь уже говорить о том, что вы хотите, да, требовать, вот, где-то что-то отстаивать. То есть как будто бы эта ситуация, она вам так или иначе пошла во благо, потому что вы изменились. Возможно, вы что-то не получили из того, что вы хотели ранее, но у меня ощущение того, что вы выросли.
Вот благодаря тому, как сложилась вся эта ситуация, развернулась, да, вы выросли. И поэтому не важно, что было тогда, важно, кем вы стали сейчас. А сейчас вы стали более уверенным человеком, более целостным и спокойным, гармоничным. И это главное, на мой взгляд. Так, это была первая позиция. Позиция номер два. Красненький камешек. Здесь у нас, значит, моя любимая классика. Артур Уэйт. Так, двоечки, смотрим, о чем ваш сегодня поток. Аркан влюбленные. Десятка кубков, аркан справедливости. Здесь речь идет о каком-то удовлетворительном для вас результате. То есть вы как будто бы радуетесь тому, что поступили правильно, верно, что то, что выбрали, это действительно ваше. Это действительно то, что вы хотели. Причем здесь вот по энергии, так, знаете, ощущение, что этот выбор, он был какой-то вот случайный, что ли, неосознанный, но... Ну, так, знаете, ситуация подвернулась, и казалось бы, здесь, как это правильно сказать, здесь нету 100% решения, которое принято после какого-то анализа, да, после выбора какой-то стратегии, либо конкретного плана действий. А здесь вот как-то что-то неожиданное такое вот произошло, и вы должны были выбирать. Не знаю. Предложили вам красную либо зеленую таблетку, да, и вы так, ну, чисто на удачу сказали, а, ладно, зеленую возьму. Ну, просто случайно. И это оказалось для вас джекпотом, то есть это оказалось вот именно правильным выбором. И вы даже сами не ожидали, что вот все сложится именно так. То есть вроде бы с одной стороны я и выбрала, а с другой стороны как будто бы осознанного какого-то выбора вследствие анализа не было, но это оказалось правильным шагом. И вы вот здесь радуетесь по десятке кубков. Да. Почему? Потому что здесь как будто бы вы можете по девятке пентаклей раскрыть себя, проявить себя со всех сторон. Вот это вот как будто бы ваше. То есть если это касается работы, вы как-то вот неожиданно оказались в том месте, либо это какое-то дело, хобби, которое... Ну вот вы даже и не предполагали, что это может быть ваше, и вам это может понравиться настолько, что вы вот именно через эту сферу, через эту деятельность сможете раскрыться. Угу. Потому что, видите, туз кубков, он показывает нам на то, что здесь человек раскрывает какие-то свои способности, раскрывает какие-то свои таланты. Его это вот прям очень радует. Да-да-да, здесь прилив энергии. Такой, знаете, неожиданный джекпот вам выпал. Вот. Что еще вам нужно знать в этой ситуации? Прям карты две-две выпадают. Аркан Шута и Тройка Жезлов. Что вам нужно знать? То, что, ну, коль выбрали, как говорится, этот путь, продолжайте дальше. Продолжайте дальше двигаться в этом направлении. Угу. Такое чувство, что чем дальше, хочется сказать, в лес, да, тем больше вам это будет нравиться. Это будет приносить... Угу. Это будет приносить вам какое-то удовольствие. Вы сами даже не будете ожидать, насколько этот выбор вот расширит вас. С одной стороны, да, идет расширение вашего сознания, а с другой стороны, это вот как будто начало новой какой-то ветки, начало нового развития. То есть как-то неожиданно для вас открылась какая-то дверь, и вы были просто молодцом, что вошли в эту дверь. Не знаю, осознанно, неосознанно, но вы это сделали. И вот от этого вы прям ощущаете вот праздник. Здесь тоже аркан мира, танец, да, слияние с самим собой. Это как, знаете, попали на гребню какой-то волны, и вот она вас несет, и вам это нравится. Почему? Потому что неважно в каком направлении, важно, что есть движение. То есть к чему это приведет, неизвестно, но это есть вот именно в том направлении, в которое вам нужно. Вот куда конечная точка выведет, вы не знаете.
И вам сейчас не до этого, то есть вы об этом сейчас не думаете, вам вот просто вот кайфово быть на гребне волны. Ну и здорово, наслаждайтесь. Да, конечно, это вот прям что-то новое такое, интересное, прям очень интересное для вас. Хорошо, для чего нам показали эту информацию? Для того, чтобы вы продолжали, да, продолжали просто двигаться в этом направлении. Угу. Здесь тоже, кстати, выпадает верховная жрица, как и в первой позиции. Ну-ка, я уточню, о чем она нам. Здесь как будто бы, знаете, говорится о том, что слушайте, продолжайте двигаться в этом направлении и параллельно прислушивайтесь к своей интуиции. То есть на этом движении, потому что здесь, возможно, еще что-то новое будет. То есть, смотрите, здесь... В тот момент, когда вы радуетесь, да, наслаждаетесь, вы можете быть сфокусированы именно на проживании вот этой вот радости и можете упустить еще какой-то вот маленький сюрприз, да, то есть, не знаю, вам подарили какой-то подарок, и вот вы прыгаете, радуетесь, скачете от счастья то, что вам дали. И в этот момент, там, я не знаю, подходит маленький ребенок и дает вам конфетку. Вот. Но вы находитесь вот в таком эмоциональном подъеме, да, в этой радости, что вы не обращаете внимания на этого карапуза, который дает вам конфетку. То есть вы, он вроде бы есть в поле вашего зрения, но вы не видите конфетку, потому что она еще меньше, чем этот карапуз. И вот вы вроде бы смотрите на него, да, на этого малыша, и тоже так улыбаетесь, радуетесь, но вы, поскольку включены эмоционально, ваша логика здесь выключена, и вы не мыслите, то есть вы проживаете, вы переключились из одного вашего центра, да, эмоционального, из логического центра на эмоциональный. Вот здесь очень важно обратить внимание, что вот в этом состоянии удовлетворения реализации ваших социальных каких-то желаний, да, шестерка жезлов нам указывает на социальную нашу сферу, то есть это могут быть амбиции либо желания. Вы можете упустить какой-то вот маленький нюансик. Почему этот нюансик важен? Не знаю, почему мне здесь показали. А, потому что в нем откроется еще какой-то вот дополнительный шанс. Это, знаете, как конфетка, она вроде бы шоколадная, а внутри есть ликер. Но изначально мы не знаем, что эта конфетка, она наполненная чем-то, да, то есть она полая, ну, то есть пустая, но в ней есть какая-то другая начинка. То есть вот эту начинку мы можем упустить. Влияет ли каким-то образом эта начинка на то, что у вас сейчас есть? Да, влияет. Она поможет либо увидеть какую-то дополнительную информацию, да, то есть здесь какие-то нюансы, которые вы можете упускать, либо она поспособствует принятию какого-то решения. Угу. То есть именно вот, это вот этот нюанс, он поможет отрезать вам какую-то мутную ситуацию, да, либо ваши какие-то страхи, недоверие. То есть здесь сопровождение идет, то есть да, есть вот то, что вы получили, это классно и здорово, да, но такое ощущение, что вот когда спадет вот эта эйфория, этот экстаз, и вы столкнетесь с реальностью, то велика вероятность, что в этой реальности будет находиться Луна. То есть то, чего вы либо не знаете, либо чего вы боитесь. И вот параллельно той... того экстаза, что вам дали, да, того шанса, вам дают еще дополнительную возможность увидеть эту Луну, что-то непонятное, может быть, что-то потаенное, да, здесь у нас еще верховная жрица, скрытое что-то такое. Увидите это, то есть не пропустите, просто очень важно, с чем связана здесь Луна. С эмоциями. То есть здесь, скорее, в этой ситуации могут... То есть что здесь показывает? Пока вы на позитиве, то есть вы на более высоких каких-то вибрациях, да, радости, вы на этой энергии можете отрезать либо что-то разрушить, что вам мешает.
То есть пока вот вы находитесь в этой эйфории, да, вам как будто хватает, ну, море по колено, и хватает храбрости сделать что-то, что если бы вы были в спокойном состоянии, вы бы этого не сделали, вы бы не приняли это решение. То есть здесь вот какой-то такой момент. То есть пока я радуюсь, я могу разрушить какие-то не очень приятные, болезненные, негативные, может быть, какие-то эмоции. То есть вам хватает храбрости на это. Поэтому этот нюанс, он важен. Есть еще что-то, что вы должны тут знать. Королева кубков, королева педаклей. Ну, есть здесь какие-то моменты стабильности, которые вас ограничивают, но я не вижу в них пока что-то такого важного на то, чтобы нужно было обращать внимание. То есть здесь просто это ваше желание, знаете, как-то вот укрепиться вот в том состоянии, в котором вы находитесь. Но здесь показано, что ну, это какое-то не совсем верное решение. То есть тогда, когда мы радостны, мы хотим, чтобы эта радость продолжалась как можно дольше. И поэтому здесь на это не надо обращать внимания, потому что здесь подсказка говорит, что эта радость ну, не может продолжаться. Вот эта стабильность, она не может продолжаться долгое время. Ну, то есть в этом нету какого-то смысла. Это не совсем продуктивное мышление. Это, скорее всего, пережитки прошлого, да, когда было вот это вот состояние страха потерять что-то, да, и поэтому надо изначально, да, здесь человек приучил себя на чем-то там экономить, как-то в чем-то себя ограничивать, вот, как какой-то вот момент выживания. Поэтому я и говорю, что здесь как-то какие-то пережитки прошлого, вот этих вот инстинктов выживания, сейчас уже нет в этом надобности, потому что здесь есть туз пентаклей. Просто продолжайте быть на гребне волны здесь. Ну, пока что-то такое негативное вам здесь не светит. Вот. И если вы не будете мыслить в негативном ключе, по Луне здесь вот эти вот негативные мысли надо отрезать, то вы будете продолжать двигаться в позитивном направлении. Как только вы включите какие-то свои страхи, да, сомнения, воспоминания прошлых былых неудач, вот ваша фортуна, она как будто бы останавливается. Вам здесь нужно продолжать как можно дольше находиться вот в этом позитивном состоянии, очень благостном для вас. Вот такой у меня был второй камешек. Ну, что, здорово, здорово, да, двоечки? Что у вас здесь там? Что вы словили? Какую волну удачи, да, вы словили? Рада за вас, молодцы. Главное, не включайте свое прошлое какое-то мышление, переживания, страхи, волнения. И все у вас будет хорошо. Так, это была вторая позиция. Мы переходим с вами к позиции номер 3, зелененькому камешку Таро темного света. И посмотрим, что нам скажет поток для троечек, о чем здесь пойдет речь. Отшельник. Отшельник в ночи смотрит, куда-то смотрит вдаль. Что вы в этой дали хотите рассмотреть? Когда что-то расцветет в вашей жизни, да. Когда будет какой-то рассвет. Здесь какая-то конкретная ситуация, которую вы хотели бы, да, чтобы она дала тех результатов, которые вы ожидаете. Знаете, это вот как, не знаю, здесь такое ощущение, как в пустыне. Смотрите вдаль, да, где этот оазис, да, где можно остановиться, да, разбить лагерь и остановиться, может быть, на ночлег. В надежде, что это вот прям очень близко где-то. И вот вы это высматриваете. Здесь такое ощущение, что человек стоит и смотрит как-то вдаль.
выглядывая, да, либо в ожидании, что вот где-то на горизонте появится, если он смотрит на море, да, этот корабль, который принесет ему благие новости, либо то, чего он здесь ожидает. Спрашиваю, чего он ожидает? Туза педакли, да, какой-то шанс, улучшение качества его жизни. В какой сфере улучшения? В той сфере, на которой вы долгое время уже работаете. В той сфере, в которой происходят какие-то перемены на данном этапе, либо вы произвели какие-то перемены. Знаете, здесь кто-то даже ремонт сделал. Такое ощущение, вот какое-то обновление. Обновление пространства, обновление места, в котором вы находитесь. Может быть, кто-то переехал, да, потому что здесь показано какое-то вот новое место. То ли это офис какой-то новый, то ли это место, новое место жительства. И вот вы как будто бы находитесь сейчас в надежде на то, что... это место, оно даст вам, ну, оно будет плодородным для вас, оно будет изобильным для вас. И вот вы как-то вот всматриваетесь в это. Здесь нету переживаний, здесь нету ожиданий, здесь нету эмоций. Здесь человек так достаточно спокоен. Вот знаете, ощущение того, когда ребенок впервые вышел, там, не знаю, пошел куда-то на день рождения, либо куда-то в гости. И вот ощущение того, что мама стоит возле окна, да, потому что, ну, уже как-то вот потемнело, и она ждет, да, когда ребенок сейчас вернется. Ну, то есть она знает 100%, что что-то идет, да, что в данном случае ребенок идет, он возвращается, он вернется. То есть я знаю, ну, то есть вот время, да, он сказал, например, в 7 часов вернется. А время, например, без 5-7. Вы понимаете, что вот, ну, через 5, ну, макс 10 минут он придет. И вот вы стоите в ожидании. Вот здесь вот что-то такое. Вы стоите в ожидании чего-то, того, что вы знаете, что это будет. Это не просто ожидание какого-то чуда. Нет, вы знаете, что это будет. Это результат, который вам уже известен. Вы просто освободились пораньше, да, и у вас есть время подождать и встретить то, что идет в вашу жизнь. Что еще здесь нам нужно знать? Иерофант. Здесь как будто бы какие-то новые, не знаю, новые правила, новое мировоззрение, построение чего-то такого, либо какая-то новая информация, новая истина. Ну да, над которой вы либо работали, либо она касается как-то профессиональной сферы вашего мастерства. Да, вы здесь просто находитесь в ожидании того, как дальше будет развиваться ситуация. Но я не чувствую здесь эмоционального какого-то такого, знаете, напряжения. Да, здесь вот как будто бы все просчитано, вы просто делаете то, что вы должны делать, и вы знаете, какой результат это даст. То есть я не ощущаю здесь десятки жезлов, я не ощущаю какой-то вот трудности, сложностей. Нет, здесь все по четверке пентаклей, здесь все стабильно. То есть здесь нету чего-то такого неожиданного. Хорошо, для чего вам дана эта информация? Аркан влюбленных. Для того, чтобы вы по аркану силы наполнились, наполнились энергией, да, то есть, знаете, через что? Через какое-то удовлетворение свое, что я сделал правильный, верный выбор. То есть я все посчитал, причем здесь не просто выбор, а вот то, как я определился своим дальнейшим путем, да, с развитием, не знаю, может быть, здесь построением бизнеса или какого-то проекта совместно с кем-то, вот что я поступил правильно. Здесь не просто подтверждение идет вашего правильно выбранного пути, а именно вот какая-то движуха и прилив энергии. Да, видите, три великих аркана, аркан суда, что вы поступили абсолютно верно. То есть вот, мне, знаете, прям почему-то хочется сказать, вот впервые, да, поступили по-взрослому, впервые поступили
не как-то вот на эмоциях, не из страха, не из переживания, либо наоборот, не из каких-то ваших амбиций, а поступили вот именно по-взрослому. Здесь какой-то взрослый подход. И вам его нужно для себя каким-то образом отметить, чтобы вот в дальнейшем это стало какая-то, стало вашей моделью поведения вот в выборе, да, когда то, что касается выбора, потому что здесь вот такое поведение, оно правильное. Вот почему-то мне хочется сказать, что оно правильное. Угу. Вот. Ну, то есть карты здесь просто подтверждают, что тот выбор, ту информацию, которую вы здесь для себя получили, она правильная, верная. Есть ли еще что-то, что вам нужно знать здесь? Колесо фортуны. Король пентаклей. Ну, только то, что вы закрутили свое колесо фортуны в сторону изобилия, в сторону комфорта, стабильности, прям вот прибыли, возможно. То есть в благоприятное русло. Да, но у нас, в принципе, здесь и был, да, туз пентаклей, здесь король пентаклей. Ну, здесь я не вижу, что есть что-то еще дополнительно сказать. Ну, если хотите, чтобы не было прям таким коротким раскладом, но здесь, в принципе, здесь все верно. Возможно, вам нужно было вот услышать это подтверждение, вот поэтому здесь речь идет. И плюс по всему, знаете, вот какая-то похвала. Почему? Потому что не только это верность выбранного вами пути, а это как будто бы вот впервые вы что-то сделали. Это как, я не знаю, делаете впервые какой-то торт и вот по рецепту, да, какому-то, который вы только получили. И получился хороший результат, ну, то есть вкусный торт. И вы молодец, да, не только потому, что торт удался, а потому, что вы это делали впервые. И вот все так сложилось очень удачно, и вы радуетесь. Здесь даже ощущение того, что вы сами от себя не ожидали, что вот это сработает. Поэтому здесь важно себя похвалить каким-то образом. Еще есть что-то, что нужно знать? Двойка мечей. Надо сфокусироваться над какой-то целью. Либо на той, которую вы здесь для себя выбрали, просто двигаться, продолжать. Либо здесь нужно, да, нужно сфокусироваться на той цели, наполняться теперь эмоционально. Душевно, эмоционально. Да, здесь будут какие-то новые идеи по пажу кубков, по жезлов, да, вам это будет интересно. Ну, здесь вот просто перспективы показывают, которые приведут вас к шестерке жезлов. Ну, в принципе, то, что я уже сказала, поэтому здесь больше добавить нечего. Вот такая у меня была и третья позиция. И такой расклад. Пожелаю вам всем отличной недели. Напомню, что в четверг, если все сложится удачно, я проведу эфир. Об этом вы прочитаете анонс в разделе «Сообщество». Там же в пятницу выйдет анонс про блиц-консультации. Вот. Но если вы хотите прийти на личную консультацию, то по ссылке под этим раскладом «Мои услуги» нажимаете, приходите, и мы с вами работаем над вашим запросом. А я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого наилучшего, теплой, приятной и позитивной недели. Всем пока-пока!